Здравствуйте, друзья мои дорогие, любители строительства и любители игры Cities Skylines в принципе. Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь, это очередной уже получается у нас, я даже сбился счета, по-моему, ну вообще будет официально, это третий сезон по игре Cities Skylines. Довольно-таки долго думал, кумекал, какую карту подобрать, какие моды поставить, что в принципе строить из своего города, что я хочу. Никаких мыслей у меня по этому поводу не сложились. У меня такой творческий кризис. Что конкретно я хочу, я не знаю. Поэтому будем строить. В принципе, я всегда что-то хочу сделать конкретное, но конкретно у меня ничего никогда не получается. И получается то, что выходит. Это по предыдущим городам, если взять, да? Соответственно, и в этот раз я вообще не знаю, что я буду строить. Поэтому будем строить с вами вместе. Если будут какие-то идеи, подсказки, то ради бога подсказывайте, говорите. Я буду только за. Для начала давайте мы... сделаем маленечко звук все-таки потише, потому что мне кажется, он довольно-таки очень громкий. Какая нас сегодня ждет карта? В принципе, карта, естественно, нестандартная, она модифицированная. Модифицированная, так прозвучало, как будто, не знаю, какой-то овощ взяли и напихали его стероидами. Ладно, давайте уже не буду вас томить. Поехали. Естественно, играю я с модом... с дополнением, точнее, на катастрофы, они тоже у меня включены. Пока что чуть-чуть где-то средний стоит уровень катастроф, потом поставлю максимальный. Моды также у меня некоторые включены, но большинство еще отключено, поэтому буду подбирать, настраивать, смотреть, что да как, да почему. Ладно, друзья, поехали. Вот такая, собственно, друзья, у нас карта с вами получается. Довольно-таки горная, холмистая. Я просто люблю такие местности, когда они степи сплошные, потому что все-таки предыдущая у нас карта была ориентирована на степи. Там, конечно, были вдалеке холмы, горы, но это было вдалеке. Вот. Есть карта, конечно, у меня вообще конкретно прям горная, очень жестко. Там очень мало где можно строиться. И, в принципе, казалось бы, для меня это был бы неплохой вариант. Так как... но, с другой стороны, там очень сильно пришлось бы запариться. Здесь у нас, я сразу вижу ресурс на сельскохозяйственную промышленность. Здесь же у нас есть море, вода, ну, речка. Там дальше, видите, мосты сделаны. В общем, карта сделана довольно-таки неплохо, на мой взгляд. Вот. Я очень думал взять зимнюю карту, но отказался от этой затеи просто потому, что зима, она ушла. И мне она лично очень сильно надоела за свой период зимнего времени. Так, собственно, вот у нас пятачок, который мы будем застраивать. Я не буду разделять на деревни, как вот на участке. Я попробую вот этот весь участок, вот этот конкретно. Весь у нас будет конкретно город. Я не знаю, как мы справимся с этим всем делом ПК, потому что, возможно, он будет недоволен. Но я попытаюсь. И для начала, по традиции, нужно, естественно, как-то провести дорогу с трассы в город. Ну, первое, что мы сделаем, это, естественно, немножечко смуклюем. Ну, как смуклюем, это... официальная ленточка дорога, знаете, когда типа, о, все, город официально открыт. Пока что, правда, я играю без модов, опять же, повторюсь. Но моды я потом все подключу. У меня модов вообще нету ни на трафик, ни на что. Ну, по сути, на начальном этапе это все одно не сильно-то и нужно. У меня, по-моему, даже там на дороге ни на что, да, вообще нету. Да, вообще моды все отключены. Ну, как эти, стоят кольца, всякие здания, а вот там и полезут как раз отрублены. Ладно. Хорошо. Хорошо. Да ничего хорошего. У нас с вами доступно одно кольцо. Ну, я не буду нарушать традицию, я сделаю кольцо. Оп. Такое вот у нас будет колечко. Это просто уже мной отработанный вариант. Кольца, они все-таки меньше всего собирают пробку. С ними проще как-то работать. Вот, и скопление. То, что здесь, по сути, светофоров нет, движение быстрое. И с этим всем просто. Дальше теперь нам надо... блин, а как мне дорогу-то провести? Где мне взять дорогу-то? Здесь все не такое. Только вот это у нас широкое очень. Так, ладно, давай тогда вот эту возьмем пока узенькую. Все равно я сомневаюсь, что прям будет большой поток людей ко мне сразу прям лететь.
вот так. Вот так. Сюда. А это у нас на выезд. Во. ЖД-шка у нас здесь сразу подогнана. Это очень удобно, кстати. Что это за звуки такие? Какие-то звуки странные, я не знаю, как будто сейчас какой-то скример выскочит. Чего это вдруг в этой игре такие... Что за приколы, блин? Обычно всегда такая плавненькая, спокойная музыка, серьезно. Аж напрягает. Ладно, вот такой у нас получился инопланетянин. Немножко толстенький, но ничего страшного. Дальше. Хорошо, эту пока мы дорогу уберем. Она нам, по сути, не нужна. Скорее всего, хотя, может быть, и нужна. Хе-хе. Слушай, а зря я ее убрал. Промышленную часть мы где-то пока будем строить здесь. Не хочу я строить у воды. Да что за звуки-то нахрен, а? Сейчас, секунду. Никогда не слышал в этой игре такие звуки. Просто думал, может быть, у меня ВКонтакте музыка включена. Хотя этого быть не может. Ну ладно. Не будем на это дело внимания обращать. Будем начинать строительство. Эй, куда? Пусть идет своим чередом. Я, кстати, думаю, наверное, зря я убрал разделение. Мы сейчас одну полосу сделаем у воды. Изначально, да? Так. И поехали в строительство. Ой, сюда. Вторую дорогу. Надо, кстати, будет рассчитать только финансы, а то я сейчас, как всегда, расшикуюсь дорогой. Буду там, эй, туда-сюда строить, а потом, оп, и уже денег нету. Я, кстати, в этом плане спец. Вот так вот. И вот у нас будет с вами первый райончик. Так, ага, этапы, матапы. Дальше. У нас, получается, идет с водой. У нас здесь есть, в принципе, чистое сооружение, которое не пачкает, но оно довольно-таки дорогое для начального развития. И оно мне немножко будет не по карману. Поэтому... Да, хорош мне, блин, надо обучение это отключить. Не, ну нафиг не сдалось. Здесь у нас, получается, отводная труба. Ну, пока ее поставим. Но я постараюсь максимально быстро ее снести. Не хочу, чтобы засорялось, загрязнялось все. Буду стараться это дело все убрать быстрее. Сюда подводим. Угу. Так. И теперь проводим здесь водопровод. Так. Давай рядом еще. Все. Здесь у нас с вами есть. Теперь с электричеством надо разобраться. Электричество. 19 тысяч. Блин, может быть, сразу угольную станцию поставить? Вечно я с этими ветряными вышками мучаюсь. По сути, что у меня еще осталось? Пока мне денег на все хватит, да давайте... Немножко загрязнения. Ну, вот здесь поставим на въезде. Замечательно. Приветствие горожан. Приехал такой в город. Тебя приветствуют угольные электростанции. Ну, нормально, я считаю, очень даже сразу понятно, чего ожидать от такого города. Вот. Местность красивая, так что можно немножко ее засрать, так сказать, вот этим вот гадким заводом. Зато, блин, меня эта музыка просто с толку сбивает. А сейчас она тихая очень. Там буквально как будто кто-то на какой-то дудке играет. Ну, она очень тихенькая. Ладно, если будет так продолжаться, я ее нахрен убавлю, да и все, вообще в ноль. Пока никаких дорожек у меня ничего нет, да? Они, кстати, вообще у меня их нет, надо будет потом это, поставить. Хорошо. Так, здесь мы сделаем с вами... Так, как мы тут с вами сделаем? Давайте вот так вот сделаем. Такой перекресточек. Ну а здесь
просто сделаю. Оп. Такой вот сложный у меня конструктор получился дорожный. Ну ничего, для жилой зоны сам, а то. Все, ну и начинаем заселение. Заселяем, заселяем. Здесь у нас будут, скорее всего, магазинчики, я сделаю коммерческую зону. Ну а здесь у нас смело можно тупо все заселять. Стили у меня все открытые. Я особо здесь не собираюсь что-то конкретное строить. Поэтому пусть люди живут. Как, не все. Русский стиль у меня отключен. Сейчас, конечно, будут говорить, ооо, как это непатриотично. Это связано с тем, что, к сожалению, русский стиль, он как-то не оптимизирован с другими стилями. И он почему-то начинает строиться везде и всюду. И это, конечно, очень сильно мешает. Может быть, конечно, какую-то уже модификацию исправили, сделали нормальную, нормализовали. Но последний раз, когда я делал, мне это очень сильно не раз, потому что бывает даже где-то какой-то итальянский стиль делаешь, и там вылазит наша какая-нибудь пятиэтажка. Ну, как бы это, конечно, круто, но вообще-то не круто ни разу, потому что это очень сильно напрягает. Ты как бы хочешь сделать, допустим, район итальянский, а он бац, и там вот вылазит вот такая вот завихушка. Ну, это как бы на самом деле не очень круто. Я бы даже сказал совсем, от слова вообще. Ну ладно, давайте будем здесь... Блин, у меня эти долбанные дома, их надо отключить. Этот мод вообще надо от него отказаться. Ясно. Уже вижу, какие проблемы возникают с этими модами. Что-то фигня какая-то, если честно. С этой музыкой. Как бы играет сейчас стандартная музыка? Нестандартная. Не. Непонятно. Так. Сейчас я эти моды не отключу, эти строения, потому что, ну, они реально, они очень багованные, они очень стрёмные. Их надо будет убирать, потому что они это... Ну, вот, допустим, он строится не у дороги, а он от дороги сколько. Ну, я это исправлю, потом здесь нормальные дома построятся. Дальше, что у нас следующее? Магазинчики я им сделал, сейчас они пока еще не закрепляются. Нам надо сейчас сделать, получается, ответвление дороги, которая будет уходить у нас... промышленную зону. Она непосредственно нужна будет. Вот, далеко опять же я не уйду, потому что денег у меня уже не так много осталось. Так. Где-то вот здесь вот сделаем, наверное, пятачочек. Вот так. Сюда мы проводим, естественно, водопроводчик. Водичка нам нужна здесь обязательно. То как у нас там будет? В промзоне-то без воды-то никак, абсолютно. Люди будут работать, им надо будет потом помыться, подмыться и все такое. А без воды это сделать невозможно. Так вот им сделаем. Свет мы будем проводить отсюда. Ну, проведу, наверное, там уж подцепится куда-нибудь. Все. Так, все, пошла у нас коммерческая зона. Сразу вон пошли какие-то сообщения. Люди довольны, люди говорят, зашибись, нам тут нравится, классно, супер-пупер. Все офигенно, непременно. Вот. Такое вот у нас получается уютненькое начальное место. Вообще вот эти вот здания, они должны строиться у воды. Получается, они где-то строятся здесь. И дома, они по факту должны строиться на воде. Они не должны строиться где попало. Чисто конкретно они делаются под определенное место. Но вот тут как-то вот так вот сделано, что вот посрать на это все дело. Строим где хотим, как говорится.
И что, у нас еще требуется место в жилье. Где мы можем? Давай мы здесь все будем заселять. О, у нас первый душ на нашем новом месте идет. Замечательно. Сюда. Ну все, закрепляем пока что. Максимальное занятие места. Вот так вот. Так, здесь у нас дальше пойдет дорога, поэтому туда я особо строить не буду. Где у нас идут основные магистрали дорожные, я, естественно, дома ставить не буду. По банальной причине, потому что это будет очень сильно напрягать движение. Здесь это мне, естественно, ни к чему. Здесь у нас как бы спальня идет место, здесь люди живут, поэтому пусть... Ради бога. Главное в таких районах сильно не углублять магазины, потому что если вы делать будете, допустим, в спальном районе очень много магазинов, то, соответственно, туда будут ездить машины с товарами и создавать дополнительное движение. Ну, это нам ни к чему. Так. Что у нас там осталось? 420. Нам еще 20 человек там сейчас заедут как раз. И будет все the best of the best. А, ногу свело. Так, вот там новый день. Новый день. Новые проблемы. Но пока проблем никаких нету. Заводы строятся. И мы получаем значение деревушку. У нас получается открывается свалка, начальная школа, политика и еще одна начальная школа. Модификация. Так, и чем мы с вами сейчас займемся? Чем же мы займемся? Есть какая-нибудь школа недорогая. Так, это 10 тысяч. Это у нас 19. А почему стандартная школа закрыта, я не понял. Это как это вообще так? Как это вообще возможно, что стандартная школа закрыта? Десятка, 19, десятка. Ну давай тогда вот это поставим. Вот здесь вот там два дома снесу, это не беда. И у нас еще хватает денежек на свалку. Нормально, делаем здесь тогда свалочку у нас. Так, нет, хотя подожди, свалку я хочу делать отдельно, потому что ну, нельзя ее делать с основной магистралью. Надо как-то отдельно куда-то вывести. Так. Вот сюда вот так вот уведем дорогу. И здесь у нас будет получаться с вами свалочка. Туда что надо? По-моему, туда воды только надо. Свет там не нужен. А вода там как, по какой-то причине нужна. Не знаю уж там зачем им вода. Дальше, давайте немножко поработаем с бюджетом. По свету. Что у нас по свету? По свету, по свету. А, у меня же эта панель-то тоже сейчас пока не работает. Которая здесь быстрая панелька. Поэтому придется посматривать так. Угу. Ну, свет у нас, естественно, в достатке, потому что мы поставили сразу эту... нефтяную или какая она там у нас там угольная, по-моему, нефтяная, она позже будет, угольную электростанцию. И поэтому, я думаю, нам можно смело убавлять. Давайте-ка сделаем пока что 85. С водой тоже, думаю, смело можно убавлять, тоже до 85 убавлю. Так, свалки точно можно смело убавлять, хоть вплоть до 60. Ага. Ну, начну я ставлю 80. Пусть по ночам ездят, спокойненько убирают. Так, медицина у нас пока еще не построена. Образование у нас, ну, пусть будет соточка. Дороги тоже соточка. Все. Отлично. Есть необходимость небольшая в магазинчиках. Мы их сделаем, в принципе, здесь. На кольце. Здесь немножечко. И здесь немножечко. Все, пусть люди строятся. Потом можно немножечко построить вот тут вот. Вот так вот. Все, здесь у нас коммерческая зона небольшая будет, чтобы работяги могли там что-нибудь прикупить. Все. И можно, в принципе, немножечко продолжить еще наш район, думаю, да? Давайте-ка продолжим. Район будет уходить туда, естественно, потом в будущем это будет дорога расширяться, больше становиться. Все. И здесь у нас с вами будет
еще один райончик. Так. Сюда уходит ответвление. И сюда. Один пока магазин снесем. Что это за туманность такая вообще непонятная тут? Все. Потом там у нас, естественно, будут какие-нибудь кукурузные плантации. Мы туда обязательно заселимся, мост переведем через воду, и все будет зашибись. Но это, правда, будет еще не скоро. Так, хорошо. А здесь мы, пожалуй... Так, как же нам это... Блин, а что, у меня сельское еще закрыто, да? Блин, вот... плохо, плохо. А, нет, вот она открыта, все, но есть. Тогда мы здесь сейчас сделаем. Просто она немножко была по-другому. Она была спереди, а тут она почему-то в конце оказалась. Ну, да ладно. Не беда. Так. Подожди, давай просто прямую. Гигулину нарисовали мы. Маленький такой будет ответвление. Такой маленький такой райончик. Совсем такой маленький. Здесь мы, получается, спокойно все дело заселяем. Угу. Здесь у нас проезд будет чисто такой из одного места, из одного райончика в другой. А основное строительство будет у нас здесь. У нас по деньгам 12 тысяч еще, в принципе, позволяет, да? Бюджетик можно побаловать себе. Давай тогда. Так. Подожди, а есть смысл мне сделать перекресток? Ну и здесь, допустим, проезд сюда. А почему нет? Есть? Здесь у нас будет, получаться, какая-нибудь коммерческая зона, да, и потом дорога будет уходить дальше в следующий район, так же, как и здесь. А здесь у нас будет конкретно уже жилой сектор. И у нас тут проблемы с водичкой. Люди пишут мне, говорят: ты чё, эй, мэр, дай нам воды, у нас тут с водопроводом проблемы. Пить хотим, мыться хотим, грязный, запачканный, только с переезда тут, ремонт, не ремонт, а воды нету. Все, поэтому выполняем просьбу наших жильцов, наших вновь прибывших жителей, чтобы люди были... Самое главное, чтобы люди были довольны всегда и везде. Хорошо. Здесь мы теперь планируем новый район. Так. Я просто прямую, скорее всего, сделаю вот так вот. Чуть-чуть. Чуть-чуть так, с запасиком. Отлично. Вот так вот. Вот так вот. И не вот так вот. Здесь надо запас дороги сделать. Отлично. Так, 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 так. А здесь давайте сделаем. Получится, нет, интересно. Херня какая-то, ну, не знаю. А пусть будет, пусть будет. Почему бы и нет? А как говорится, а почему бы и нет, да? Все, здесь у нас целая куча места для нового жилья. Заселяем. Эй, заезжай, народ. Заселяйся, свободные хаты, берлоги. Все домами, все, все. У меня сейчас, правда, потребность в домах, она не такая большая, чем я тут ее заселяю. Ну и пусть, правда, мне сейчас надо сюда еще будет воды подвести. И свет, скорее всего, надо будет тоже. Все, здесь мы сделаем коммерческую зону. Давайте немножко здесь тоже сделаем.
и погнали вот сюда. Здесь. И здесь. Пока не буду сильно, потому что в коммерческой зоне потребность небольшая, она, скорее всего, очень минимальная. Проводим водичку. Водоканал. Отлично. Уже первые вон там наши заселенцы заселяются, пацаны. Так. Все. И везде эти гребаные дома. Ох, я вас отключу, вы у меня уйдете отсюда нафиг. И у нас получается с вами скоро будет следующая стадия. Это крупный поселок, да? Да, деревушка у нас уже есть. Следующий этап — это крупный поселок. Отлично. Будем с вами поселком. Крупным, замечу. На секундочку. Все. Денег у нас больше нету. Ждем, чтобы заселялись люди, платили мне бабосики. И я буду в шоколаде. Так. Что мы еще имеем? Школу мы поставили. Получается, мы еще единственную больницу не поставили. Вот больничку надо поставить, конечно. Потому что скоро начнутся жалобы, что недомогание, тоси-боси, туда-си-тубаси. И это все дело надо будет сразу исправлять. Все, потому что сейчас у нас открывается еще пожарная следующим. По-моему, со следующим, да, этапом. Да-да-да, пожарная, полиция. О, все, меня, видите, поздравляют. Вы теперь крупный поселок. Нате вам денег и новых проблем. Так. Давай для начала тогда в медицину упоримся. Что у нас, сколько стоит? 10 тысяч. Нет, денег нет, это слишком маленькая. Ну и куда мне тебя воткнуть? Уважаемая ты поликлиника, давай какой-нибудь сюда вот. Блин, что-то хоть убей, не помню, чтобы я это здание у себя где-то ставил. Но это тоже модификация, это нестандартная. Ну, я его не помню. Чё-то какая-то загадочная у меня игра, блин. Я, оказывается, только здесь не помню всего. И это чё? Чё, как пожарная депо новая, блин. Странно. Странно это всё. Вообще. Так, полицейский участок. Полицейский участок давай пока поставим сюда. Они уже у нас будут следить за всем вокруг. И у нас остается еще 4000. Они нам ни туда и ни сюда. Мы пока их приоставим, чтобы, если вдруг что-то куда-то срочно надо будет финансы, мы, естественно, будем их выливать. Да, кстати, думал насчет того, чтобы сделать безлимитные себе финансы, но все-таки решил, что это будет не очень интересно для меня лично играть. И сделал как бы вот так вот. Как бы вот так вот сделал. Ну, вы поняли. Вот взял и вот так вот сделал. Подожди, слушай, а мы можем сделать... Да, у нас уже доступно. Вот так вот сделано, так чтобы мне здесь никакие кабеля не тащить. Ну что, друзья, вот такое, собственно, у нас начало. Такое вот у нас, смотрите, вот какие-то эти торговые суда у нас тут плавают. У нас тут получается торговый путь, маршрут, все такое. Начало заложено, наш городок есть, прокладывается потихонечку. В принципе, маленько-маленько, уже треть плантации мы тут заняли, треть места. Обосновались, в общем, уверенно. Пишите свои комментарии, мысли, что, куда и как, и почему, как, куда построить, что, какие-то свои предложения. Насчет заселения, друзья, я пока не знаю, есть желание, заселю, но, в принципе, конкретно я сам специальное объявление не делаю, потому что в прошлой серии это все-таки оно как-то не сильно уже заходило. Буквально 2-3 человека всегда заселялись, поэтому я как бы сильно на эту тему наваливать уже не буду. Ну и всем спасибо за просмотр, если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем дальше строиться, развиваться. Всем до скорых встреч, всем пока!